Сложная экономическая ситуация в стране – не повод опускать руки и перестать развиваться, уверены специалисты центра «Доктор Озон». Расширение спектра услуг – не единственное, чем могут похвастаться врачи этого медучреждения. В клинике уверены, профессиональная работа с пациентами невозможна, если врач не умеет и не знает, как правильно сохранить собственное здоровье. Сегодня специалисты «Доктора Озона» встретились с единомышленниками клуба «Здоровая спина Оскар». Врач-педиатр и автор методики и тренажера «Оскар» рассказал, какую важную роль в сохранении здоровья играет правильная осанка. А скорректировать стан, если уже есть какие-то проблемы, поможет простой, но эффективный в использовании тренажер «Оскар». Меньше чем за месяц использования «Оскар» укрепит мышечный каркас и улучшит работу опорно-двигательного аппарата. При этом «Оскар» не сдавливает и не стесняет движение, в отличие от многих своих аналогов. Тренажер «Оскар» очень легкий, практически невесомый и не сковывает тело. В этом и заключается его главная функция. Таким образом, вырабатывается рефлекс прямой, а значит, здоровой спины. И со временем звуковые сигналы звучат все реже, и человек просто привыкает держать правильную осанку. «Оскар» не имеет возрастных ограничений и противопоказаний. Он подходит как детям, так и людям пожилого возраста. Время использования и ношения также не ограничено. Он позволяет обеспечить возможность человеку тренировать мышцы таким образом, что у него приходит в гармонию правая и левая половина туловища. Человек учится в расслабленном состоянии держать свое тело, у него уменьшаются энерготраты таким образом. В конечном итоге, то, что мы привычно связываем с вечерней усталостью, у людей, которые проходят период тренировки как минимум 21 день ношения данного устройства, они отмечают, что они чувствуют себя намного выносливее и энергичнее к концу рабочего дня. По вопросам приобретения тренажера можно обратиться в центр «Доктор Озон».